Всем привет, ребята! Сегодня я буду учить, как делать круговое колесо. Круговое колесо это вот что. Если хотите так научить, посмотрите видео до конца. Первое движение это макако. Не накако, макако. Я ближе пойду, чтобы сказать макако на букву М. Макако это выглядит вот так. Некоторые так думают, что это очень сложно. А я скажу, зачем макаку. Потому что макаку это часть вот этого движения. Нам нужно научиться макаку. Макаку это очень легкая штука. Надо вот так вот присесть. Руку ставим вот сюда. И бабах! Теперь еще раз приседаем, руку наверх эту, и бабах! А теперь надо попробовать сделать вот так. Нагибаемся, вот так, бум! Ой! А теперь садимся так же и попробуем сделать это быстрее. Так вот. А теперь... Вот так. А теперь все вместе. Ох, нет, это не очень получилось. Ох, ладно, это получилось. Теперь макаку мы научились. Теперь нам нужно для макаку нужно еще не научиться макаку. Для макака нужно, чтобы спина сгибалась. Чтобы спина сгибалась, надо сделать вот так вот. Да. Это называется чил. Опа! А ноги не надо, я сам так еле могу. Лов. Вот так. А может вам согнуть спину? Фу. Ну ладно, еще раз. Вот так делаем. Опа! Опа! А теперь пробуем делать нашу любимую макаку. Бум! Шикалякка! А теперь нам нужно научиться колесо. Это для всех. Опа! Так, чтобы делать колесо. Я думаю, многие умеют колесо. Но это не важно, но кто-то не умеет. Колесо – это классная вещь, очень классная. Это надо сделать вот так. То есть, я ничего показывать не буду, это будет долго. Я вам расскажу. Надо вот с этого дела превратить вот в это дело. А как превратить дело, я сейчас скажу. Надо все время, когда делаете колесо, ноги выпрямлять, и наверх поднимать. Тогда получится колесо. Кто уже научился колесо, ставьте лайки и напишите в комментариях. Теперь нам надо это скомбинировать. Только медленно. Колесо наше любимое. Это у него сейчас на колесо. Колесо и макаку. Да. А теперь надо делать быстрее. Будете быстрее. Оп! Опа! А теперь еще быстрее. А теперь сейчас у нас будет трэш. Трэш. Мы комбинируем это на быструю скорость. Вот. Опа! Ну как, понравилось? И чтобы, я вам уже говорю 150 раз, чтобы не пропустить новые видео, вы должны поставить лайк, нажать на колокольчик и подписаться на мой канал. И напишите в комментариях, какие вы хотите движения, чтобы я вам показывал. Всем пока!